Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы продолжаем играть в игру Raging Bulls. Продолжаем нашу карьеру, надеюсь, вы помните, на ком мы с вами остановились. Так что давайте сегодня мы оседлаем вот этого Миссисипи Хиппи, который любит там что-то у нас понюхать и отпрыгивает. Давайте-ка рискнем оседлать. Так, опа, здесь ты меня не проведешь, толстый. Нет, не в этот раз. Так, тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой, ребятушки, как же так у меня быстро улетела стамина. И я прям в этот навоз упал. Хорошо, не беда, ребятушки, у нас с вами очень много энергии. Я надеюсь, нам хватит сегодня его победить. Опачки, мимо. Давай-давай, что... Ах ты, вот, я думал, сейчас будет кувыркаться. Черт подери, он меня опять наколол в очередной раз. Только шапочка рядом и упала. Кстати, да, надо будет как-нибудь нам приодеться. Что-то у нас одежонка, по-моему, очень хреновенькая. Тихо. Ага, второй раз будешь, нет? Три раза делать, ребята, надо запомнить. Вот здесь надо стамину. Опа, на. Замечательно. Копим, 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 ребята, копим мы стамину. Кувырок, это, как говорится, очевидно и вероятно. Да-да-да-да-да, ой-ой-ой-ой, да что ж такое, блин, что ж происходит такое, как у меня так быстро улетает стамина, я так и не понял. Черт, уже три попытки, ребята, три попыточки потратил на него, но у нас как минимум нужно 10 попыток потратить, чтобы понять, что тут вообще происходит. Гад ты вонючий, а, хиппи Миссисипи, сбрасывает меня и все, и хоть тут тресни. Ладно. Нет, но все равно, рано или поздно, мы должны его покарать. Ого, отлично. Так, не тут-то было. Так, кувырок, отлично, еще будешь кувырок делать? Нет, не хочет он. Пошел нюхать, вот это хорошо, ребята. Ага. Замечательно, удержались. Держимся, держимся. Блин, ребята, мне бы... Так, мне бы что-нибудь такое одеть, чтобы у меня стамина в разы быстрее копилась. И первый раунд, наконец-то, мы с вами продержались. Ух, и еще два раунда осталось. Слушайте, я уже, по-моему, вроде как и привык к нему, да, смотрите. Оп, оп. Все предсказуемо и просто, но это на данном этапе. Так, отлично. Кувырок или нет? Что ты будешь делать? Так, я и думал, что кувырок, а? А еще один. Так, прыжок тройной, нет? Раз, два. Ага, все замечательно. Держимся, ребята, держимся. Ух ты! Второй раунд прошли так легко и просто. Даже я сам не ожидал этого. Ну что ж, заключительный третий этап. Нюхай, нюхай, иди там. Опа! Замечательно. Мне главное, чтобы он время тут протянул, ребята. Кувырок. Ага. Будет еще один кувырок, нет? Нет, прыжок обычный, ладно. А вот и кувырочек. Так, нюхает. Мы за это время копим стамину. Ух ты, опять кувырок у него. Что сейчас будет делать, а? Опа. Есть, ребята, наконец-то. Наконец-то мы прошли этого Миссисипи Хиппи. $400 на стол нам падает. Так, и открывается у нас Бульзи-Буб. Бульзи-Буб. Ну, этот ура у нас уже был как-то. Что на этот раз он придумает, а? Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Так. Опа, прыжок, ясно. Будем знать, что он прыгает. Тихо, ребята. Что? Не ожидал я вот этого вот поворота. Но я понял только одно, что он у нас специализируется на прыжках. На затяжных прыжках, скажем так. Хорошо. Вот он меня обманул, ребят, я очень много стамины жгу. Так, прыжок, отлично. Так, что он там будет делать? Блин, какой-то непредсказуемый, а, Бульзи-Буб. Хорош, успокойся ты. О, ха-ха, не так все. Блин, сложно хотел сказать. Сбросил меня. Дунь. Упал. Ладно. Шиш с ним. Продолжаем укрощать этого Бульзи-Буба. Название-то такое, Бульзи-Буб. Так, тихо, тихо. Не брыгайся. Не брыгайся. Ай, я парасоте. Ты что ж ты... Ах, ты сморчок красный. Я сбросил меня опять в очередной раз. Ладно, давайте еще одну попыточку. Но если честно, то таких попыточек будет еще не одна. Больше чем уверен. Так, что он делает? Ага, прыжок. Брыкается. Ага, все, я его раскусил, ребята. Да. Ну я не думал, что он сразу сделает два затяжных прыжка. Опять он меня надурил. Хорошо, у нас еще с вами 10 энергии есть. Думаю, что нам этого хватит, а может быть и не хватит.
Давай, 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 давай. Ёлки-палки, он меня обманывает, ребята. Вот смотрите. Ать, и я жгу стамину. Я просто не знаю... О, это что такое? Что это сейчас было? За зависание такое, а? О-о-о-о-о, стамины мало, ребята, мало очень, надо копить быстрее. Ну, что-то там, блин, придумал. Все-таки дурит он меня, ребята. У него бывает, смотрите, он сразу прыгает. А бывает думает, 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 и потом только лишь делает прыжок. И вот в этом вся разница, я не могу уловить суть. Когда нужно задерживать кнопку, а когда нужно просто нажать на нее. Так, ладушки. Пока все удачно, ребята. Брыкается. Так, два раза брыкается он, ага. Надо будет это запомнить обязательно. Что? Вот что сейчас? Ага, все, тут хорошо у нас получилось. Ух, я пока держусь. Я держусь. Черт подери, стамина тает прямо на глазах. И первый раунд все-таки за нами. Мы удержались. Продолжаем, ребята. Так, эть, не тут-то было. Хламон, не сбросишь ты меня так просто, я тебе говорю. Блин, стамины мало, ребята, мало стамины. Два этих у него. Оу, щет. Надурил, в этот раз он меня надурил. Ну ладно, бывает. Жалко энергии, конечно, очень мало у нас остается. Всего 8, ай-яй-яй. За эти 8 попыток мы должны его все-таки оседлать. Но что ты там коптишь, небо. Скажу вам по секрету, это демонический бык. Он-то настолько злой, что аж весь покраснел. И глаза у него, смотрите, какие. Ух, ё-моё, аж мурашки по коже. Ну как же так? Ну ты шпана рогатая. Взбросил меня в очередной раз. Ё-моё, 8 попыток. Да ну нафиг, ребят, ну должны же все-таки пройти. Я уже вроде бы как понял всю ионную систему. Только единственное, что... Да ладно, я же держал кнопку. Как ты меня сбросил, олух? Краснобородый, а? Я не пойму. Блин, энергия начала очень быстро убывать у нас. Соответственно, очень мало шансов на победу у нас. Ну, одна же победа есть у меня. Ребята, всего лишь два раза нужно удержаться на этом олухе. Я тут ничего не могу сказать. Просто я захотел немножко полетать, размяться и все-таки с прыжка сесть потом на шпагат. И у меня это получилось неплохо причем. Так, рефлексы, я смотрю, срабатывают, это хорошо. Так, хрен тебе два... А, нет, смотрите-ка, один раз он делает. Я думал, что он два раза будет брыкать. Вот, вот они, два разика эти. Видите, нету у него последовательности. Он делает как хочет, стамина, копись, давай... Ну, давай, 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 давай. Держимся, 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 конечно. Улетели. Вот так вот мы, ребята, с вами летаем здесь по этой арене, как обухи. Но я все равно не буду сдаваться, я буду до последнего бороться. Рефлексы, отлично. Рефлексы, ребята, это знаете какая штука? Это если я немножко запаздываю нажать на кнопку, но он все равно успевает ухватиться. Так что вот это хорошо. Но, тем не менее, для меня важны не рефлексы, а стамина все-таки, чтобы она быстрее копилась от пришпуривания его. Опа, опа, вы видели, да, что-то... Ох, ну неужели, неужели мы второй раунд с вами прошли? Ну, давайте вот так же хорошо сейчас пройдем с вами третий, чтобы моя душа была спокойна. Ну, так, сосредоточились. Что-то там, прыжок, да? Отлично. Брыканий нет? Нет, прыжок, смотрите-ка. Ага, брык. Зависание, вот зависание, это хорошо, брык. Второй раз не стал делать брыка. Вот он двойной. Да что ж такое-то, я готовлюсь совсем не к тому, что он делает. Ребята, это обман. Или я сам себя обманываю. Самообманом занимаюсь. Зависание, вот так, все, ребята. Вот он. Вот он и пройден, Бульзи-буб. И у нас открывается Кис-психо-циркус. Ага, поцелуй психа. Циркового причем. Язык на бок. Ладно, ребята, давайте пробовать его побеждать. Энергии у нас, конечно, очень мало. Надо еще привыкнуть к этому олуху. Кстати, он у нас уже был. Так, брыкается, да? Отлично, понятно, брыкается. Что дальше? Так, пробует меня скинуть. Так, а вот это что такое? Что это такое? Ага. Хитро-хитро, очень хитро, ребята. Ой-ой-ой-ой, стамина, моя стаминушка. Ну, я никак не думал, что он будет так часто брыкаться. Я просто не удержался, вот и все, элементарно. Хорошо, и, честно говоря, не могу адаптироваться маленько. Так, удержались. Вот здесь, ох ты, смотри-ка, он выпрыгивает еще бывает. Так, хорошо, здесь удержались, опа-на. И опять на этом же самом месте, ребятушки.
он все-таки два раза брыкается. Даже порой бывает три. Тут никогда не угадаешь. Так, вот здесь его расколол. Сбрасывает. Что дальше? Опять? А, нет, вот он как. Ага, выпады делает. Так. Блин, двойной? Нет. Вообще какой-то непредсказуемый, у меня уже стамины нету. Блин, просто взял меня и сбросил. Вот так вот, ребята, я слетаю с этого быка. Черт подери. Очень-очень мало попыток, ребята. Очень мало. Опа. Так, брык. Брык, замечательно. Рефлексы сработали. Не шишатами. Почему? Я не понял, ребята. Я бы вроде бы зажал кнопку, но он меня почему-то сбросил. Может быть, с запозданием с каким-то, а? Даже рефлекс не сработал почему-то. Хорошо. Так. Сбрасывает меня, гаденыш. Блин, как стамина медленно копится и быстро улетает. Ага, не тут-то было. Вот. Факелы появились. И я улетаю. Он мне еще по голове своими копытами звезданул. Все, ребята, последняя попытка у нас. Чувствую, здесь пахнет дело керосином. Я не смогу ее пройти. А вдруг получится, а? Нет, навряд ли. Так, держимся. Все дело в стамине, ребята, у меня стамина горит очень быстро. Так, держусь. Ай, обманул он меня, он делал затяжной. Черт подери его. Ах ты простофиля, психокис. Ладно, ребятушки, давайте тогда на этом завершим. Но далеко не уходите, продолжение ждет нас впереди. Так что давайте. Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Raging Bulls. Так, ребята, у меня вся энергия накоплена. Продолжаем нашу карьеру. И сегодня я собираюсь покорить психокис циркус. Да, именно его, именно этого хламона. Будем сейчас к нему адаптироваться. Он нас будет скидывать. Мы не будем его этого давать сделать. Так. Не тут-то было, хламоныч. Опять он меня дурит. Так, накопил стамину. Ага, шиш тебе. Ну что ты будешь, брык, второй. Ага, смотрите, вот он как делает. Хорошо, рефлексы. Оу, не-не-не-не-не-не, держись, братуха. Конечно. Блин, он меня все время подкалывает на том, что я трачу стамину. Я просто боюсь лишний раз какого-нибудь от него очередного выпада. И просто жгу ее. И, видимо, очень зря. Так. Ага. Двойное брыканье, ладно. На дыбы. Сейчас что-то будет. Сейчас вот тут после вот этих факелов начинает дурковать. Причем по-жесткому. Ну, ага. Черт подери, ну я думал, что он сейчас просто брыкнется и начнет что-нибудь другое делать. Но, как видите, два брыка. На втором он меня скинул. Вот хмыреныш. Ладно, продолжаем. Так что, ага. Выпад делает, а я думал, сейчас будет на дыбы. Вот, дыбы у нас. Опять дыбы. Но у нас стаминки пока хватает. Хватает, даже не думай. Так, вот пока тут факела. Нам это дают якобы подкрепиться. Оу, щит, ребята. Тройное брыканье было с его стороны. Это для меня нежданчик. Я даже, честно говоря, не думал, что так получится у него. Что-то он все время по-разному делает, а? Ага, дудки. Не тут-то было. Стоим, держимся, ребята, держимся. Ай, как же много стамины сжег, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Оу, нет, сейчас скинет, ребята. Нет, держусь. Ну, опа, на. Коплю я эту стамину, ребята. Так, выносливость, давай, родная, давай. Оу, ес, ребята. Первый раунд мы все-таки продержались. Осталось два. Но я думаю, что все так просто не будет. Отлично, удержались опять. Так, что такое? Опа, два брыка, отлично. Так, вот эти вот факела, это хорошо. Когда они появляются, мы с вами можем накопить стамину. Это большой плюс для нас. И большой минус для него. Ой-ой-ой-ой-ой, стамины мало. Черт, сейчас что-нибудь сделает. Так я и думал. Вот почему вот я вот в голове прекрасно осознаю, что он должен сделать. Но в то же время почему-то рука вот моя, мои пальчики не могут нажать именно ту кнопочку, которую нужно. Потому что где-то в подсознании я сомневаюсь. Я думаю, что он будет делать. Но подсознание говорит, нет, не торопись, потерпи, посмотри. Ну и проигрываю из-за этого. Ага, фиг тебе. Видите, я обычно как смотрю, думаю, сейчас будет два брыка. О, нет, держись, ковбой, держись, родной. А,
У меня нет слов просто, ребята, просто нету слов. На этого ковбоя, на этого быка, блин, действительно псих какой-то цирковой, а? Тем более поцелуйчик от него еще, блин, а? Нет уж, ребята. А, все, я, ребята, я понял, почему его зовут Психоциркус Кис. У него раскраска-то, оказывается, посмотрите на... Куда я смотрел, а? Посмотрите на морду этого быка. Знаете группу Кис? Там у одного из солистов была вот такая же раскраска. Вот почему его звать-то, этого быка, так. Так, копим, копим, ребята. Сейчас бросит, гаденыш, стамины нету. Нет, ждем, все, пучком, все пока нормально. Так, не чуди, ну хорош, ну сдайся ты уже, ну сколько там времени надо продержаться, а? Фак, ну что это такое, а? Ну я больше уверен, что там еще осталось, наверное, 2 секунды продержать. Блин, нифига, я уже 8 энергии потратил на него. Обалдеть. Так, он у меня все пытается, но я все не сдаюсь. Копим, ребята, вот, передышка небольшая. Отлично, удержались. Так, тут вообще надо... Оу, не надо. Ну зачем ты так, а? Ну, зачем ты так сделал, а? Бык, скажи мне, пожалуйста. Офигеть, блин, ну никогда бы не подумал, что так жестко я застряну на этом психе. Так, может быть, надо меньше говорить, побольше думать. И кнопочки нажимать почаще, а? Так, стоим. Ну, стамина, где ты, ё-моё? И колымыны... Сейчас он меня сбросит, ребята. Нет, перекур у нас. Ух, ух, ну неужели? Да, ребят, когда меньше говоришь, как-то лучше получается. Ага, давай, пляши, гадёныш. Не тут-то было. Шиш тебе! Все у нас пока нормально. По 1/5 у нас прибавляется стамины за каждое пришпуривание. Надо, чтобы у нас хотя бы по 5. Ну, по 5 это больно жирно, наверное, будет. Хотя бы по 2, по 3 лучше, да? Так, ну сколько еще там? 7 секунд держусь, ребят, 7 секунд. Ох ты, да неужели? Ё-моё, ребята, я нас поздравляю, мы прошли этого психа. И вот у нас следующий бык, которого звать Астероид. Приз $600. Ух, давайте мы, наверное, с вами что-нибудь купим, ребятушки. Я вот не знаю, что, правда. Так, у нас шапку можно взять. 200, нет, дорого для меня. А вот эту можно было бы, смотрите, рефлексы. Ну, ладно, давайте посмотрим перчатки. Ага, рукавичка. Горячо. Нет, не надо нам эти рукавички. Слушайте, я даже не знаю. Баланс, стамина. В принципе, неплохие перчи. О! Смотрите, восстановление, шпур и стиль. Давайте возьмем с вами вот эти вот штаны. Грубо говоря, мы взяли с вами трусы. И ноги у нас такие волосатые, но тонкие. Ладно, давайте приступать к самой игре. Да, и, кстати, саундтрек, который сейчас только что играл, это как раз группы Kiss и был. Так, что этот делает у нас? О-о-о! Так, чем-то напоминает мне... Оу-оу! Чем-то он мне напоминает красного того Бульзи Буба. Но как-то он больно рьяно и шустро это все делает. Его звать Астероид. Так, ладно, держимся, ребята. Как всегда, нужно вначале понять тактику каждого из буйволов. Опачки! Вы смотрите, он отскакивает назад, потом делает прыжок вверх. Но опять же, у него нет зацикленности. Он всегда делать будет это в разнобойку. Поэтому, как бы, ожидать что-то от нас прогрессивного, я думаю, не стоит. Так, ага, здесь я понял. Ох, вот он как делает. Туда, вверх и потом еще вперед. Надо будет запомнить эту комбинацию дурацкую ивонную. Хорошо, давайте еще разок. Так, что делаешь? Так, отлично. Блин, я думал, сейчас будет прыжок. О, вот. Вот оно, тройное комбо, я его так назову, ребята. Дальше прыжок. Что такое? Ого! Вот этого я не ожидал никак, что он тут зависает в воздухе, а потом делает резкий, причем рывок. Вот так вот. Оказывается, у него есть еще козырь в рукаве против меня. Но, ладно, это я понял. Тройное комбо. Почему? Я держал кнопку, ребята, я держал, вот я вам честно говорю. Но почему-то сорвался с него. Хм, ладно, давайте-ка далее. Так,
Все понятно. Тройной... А, нет, тройной комбо идет, когда он делает назад прыжок. Вот, вот сейчас будет тройной комбо. Сейчас удержался, все нормально. Но стамина у меня, конечно, горит, ребята, просто... Просто умопомрачительно. У меня даже слов нету. Не хватает, элементарно не хватает времени ее набить в пришпурине. Представляете, да? Ого. Блин, а может быть я, ребята, зря взял. Хотя нет, я взял труселя именно с пришпуриванием. Да ладно тебе, Барбоскин, блин. Ну как ты меня мог скинуть-то? Ребята, по секрету вам скажу, что это просто купленный бык. Против меня его подкупили специально, чтобы я его не прошел. Ну, так, я знаю, знаю, сейчас тройной комбо, когда ты делаешь прыжок назад. А вот теперь... Так, это передышка у него, ясно? Вот он, этот затяжной прыжок. Слушайте, я же, в принципе, когда он подпрыгивает наверх, могу отпустить же кнопку. Зачем я ее жму? Там небольшой такой перекурчик, а потом уже при рывке опять нажать. Надо будет запомнить стратегию эту. Так, тройную комбо я это знаю прекрасно. Слушайте, рефлексы, в принципе, тоже очень хорошо, может быть... Так. Да что ты будешь делать? Ну я держал же кнопку, ё-моё. Как ты меня сбрасываешь, олух? Тебя точно подкупили, блин, а? Фигня какая-то. Может быть, у меня на клавиатуре кнопка западает, а? Да ну, быть такого не может. Так, отлично, отлично. Здесь ты меня не проведешь. Я насчет тройного комбо тебя уже раскусил. Вот он, затяжной прыжок, я держусь, ребята. Ну, все нормально, сработало, ничего не западает. Да, нифига он там распрыгался, ребята. Это какая-то жесть. У нас очень мало энергии. Очень мало. Всего лишь на 3 попыточки. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же тут все нехорошо у нас складывается. Так, комбо тройное. А. Ладно тебе, да что за фигня-то, я не могу понять. Тройное комбо, это предсказуемый прыжок, блин. Я не мог с него просто так слететь. Может быть, что-то тут надо другое делать, а? Так, ну, тройное комбо, все отлично. Да. Честно говоря, я думал, что он сейчас будет прыгать в воздух. Что же, могу сказать вам только одно, ребята. Последняя попытка, и вряд ли. Я даже еще ни одной победы не одержал. Да что за фигня-то? Что за стероид такой, а? Блин. Все в стамину упирается, ребят. Не хватает элементарно мне моей выносливости. Ага, дудки тебе. Сейчас будет прыгать. Прыжок, еще прыжок. Оу, смотрите, ребята. Стамина просто вся сгорела. Ладно, на этом буду завершать это видео. Увидимся с вами в следующих новых видосиках. А на этом все, всем пока. До скорого, ребята.